Свежий взгляд на становление казахского ханства. В Астане в Национальной академической библиотеке широкой общественности представили монографию доктора исторических наук, профессора Берекета Карибаева «Казах хандығынын құрылу тарихы». Книга раскрывает важную роль ханов Керея и Жанибека в летописи нашей страны и народа. По словам автора, он опирался на достоверные факты и провел анализ важных процессов того времени. Тираж монографии – 2000 экземпляров. Берекет Карибаев надеется, что она станет отличным пособием для молодых ученых. Процесс формирования казахского ханства длился 13-14 лет. Может ли у кочевников быть государство или нет? Этот вопрос я изучаю в теоретическом плане. И я полностью отрицаю обманчивые теории, основанные на старых евроцентристских взглядах, и доказываю, что кочевники могут быть государством.